Это я, Полина Скотч, и вы попали на мой канал. Что-то давно мы с вами не виделись. Произошло очень много всего интересного, you know. Реально, произошло очень много всего интересного. Очень того, что я уже не смогу вам рассказать. Но показать именно, но рассказать смогу. За эти 2 недели у нас был карантин. Я переболела коронавирусом, да. Я это снимала, я снимала это как влог. Потом следующее... Я переехала в новую комнату, как вы видите, это новый фон. Вот так вот. У меня теперь есть новая комната. Типа своя личная, без всех. Я тут живу только с собакой, и все. Вот. Я это тоже снимала на влог, как я переезжала, как я передвигала мебель, как я тут все расставляла. Хотите узнать, почему я не смогу выпустить эти 2 ролика? А все это по одной такой маленькой-маленькой причинке. Я перекинула все файлы, все материалы на компьютер. А компьютер у меня сломался. Йоу. Кто везунчик по жизни? Не будем тыкать пальцем, короче. Вот. Я не смогу выложить эти два блога, но я смогу выложить то, что снимаю прямо сейчас. Yes. Я это буду монтировать на телефоне, мне это будет непривычно, потому что я обычно его монтирую на компьютере, в программе крутой. Вот. А сейчас я вам покажу рум-тур в моей комнате, расскажу, где что. Надеюсь, вам будет интересно, запасайтесь горячим чайком, печенюшками и приятного просмотра. Привет! Да, это я. Короче, такой вот вход в мою комнату, Такой вот самый обычный оранжевый стены. Тут у меня стоит цветок. В комментариях можете написать ему, придумать имя. И в следующем видео мы с вами его назовем как-нибудь приколдесно. Потом вот тут вот при входе нас встречает вот такой вот колхозный ковер. Мне забрала мама сейчас плед прямо перед видео, который тут лежал. Очень красивый, мне очень нравился. Но мне пришлось вот этот вот ковер положить. Потому что, ну, как бы, надо красиво все-таки как-нибудь. Слева от стороны двери нас встречает наш цветок. Имя пишите в комментариях, пожалуйста. Здесь у меня мой гардероб. Тут, конечно, не все вещи. Некоторые вещи остались у меня в той комнате, в шкафу, потому что у меня сейчас нету как бы шкафа. У меня вот это вот, и все штаны как бы там. И все такая вещи, все такие типа домашние тоже там. С вами самая интересная часть. Это мое постельное место, где я сплю. Да. Вот. Тут я снимаю видосы, как вы видите. Я сделала короче такую гирляндочку сюда, повесила все эти картиночки. Вот. Дальше у меня идет рабочее место. Там у меня стол, стеллаж. Там мои картины и не моя одна. Я сейчас вам покажу поближе. Вот такое вот у меня рабочее место. Тут я играю в компьютер, слушаю, рисую, делаю ногти, делаю уроки. Я здесь делаю все. Все, что мне надо. Крашусь. Ну, короче, это не важно. Тут у меня такая вот степ, которую я делаю сама. Вот она, так вот прекрасно выглядит. Здесь у меня такие вот штучки для маникюра. Тут я делаю всякие дизайны такие прикольные. Здесь у меня вырезка цветов. Такая вот штучка для карандашей. Тут все кофейня, пульт от телевизора. У меня телек есть прикол, который мне не нужен, правда. Компьютер, фак. Там мои печеньки стоят. Тут всякая всячина, то, что вообще мне как бы особо не нужно, но нужно. Здесь на второй полочке у меня лежит косметика. Это два моих любимых вкуса духов. Вот такой вот. Фирма, как она считается, Adopt. Вообще крутая фирма, мне очень нравится. Вот тут я такая приколдесная, да. Вот. Ну, короче, всякая всячина, косметоз. Потом следующее у меня тут всякое разное вообще лежит. Тут вот у меня кремушки стоят, вот кремушки, масочки всякие. А тут у меня также лежит художка. Ушки, которые перед съемкой видео у меня сломались, они погнулись, короче. Я хотела одеть. Они вот тут вот... Нет, не тут. Вот, они вот так сломались, короче.
Вот, типа, она в разную сторону гнёс, и это очень обидно. Вот. Дальше у меня стоят книги, которые я, как обычно, не читаю. Тут у меня маркеры для рисования, тут всякие фигурки, там у меня для ногтей всякое такое. Дальше у меня идет картина, которую обоссал мой кот. Инстаг стоит, и картина еще одна, которую надо не повесить, но рисовала уже не я. Вот, сейчас я показала более детально вот этот стеллаж. Он очень прикольный, мне он очень нравится, это вообще не мой стеллаж, это мне оставил папа. Знаете, как в подарок с этой комнатой. Вот, ну, короче, тут мое такое рабочее место, рабочее пространство, где я все делаю. Вот, дальше я сейчас вам покажу свой основной шкаф со всеми моими основными вещами. Вы сейчас угорнете. Потому что вот эта вот кучка, это мой шкаф. Да, познакомьтесь, это мой шкаф, такой приколдесный, такой красивый, очень уютненький. Ой, тут трусы. Извините. Здесь у меня лежит обычно всякая техника для съемок, просто пауэрбанк, вот, цветочки, да. У меня стоит кольцевая лампа дальше, на которую, ой, которую я обычно снимаю. Иногда я вот так вот могу сделать вот так. Оу, щит. Да, вот такая прикольная. Йоу. Знаете, там какой-то тренд был, типа... Да фиг его знает, я не помню этот тренд, он был давно. Вы что от меня хотите? Дальше, короче, вот так вот у меня рабочая зона. Тут вот у меня как раз стоит стеллаж, мой шкаф приколдесный. И дальше у меня телек. Телек, которым я не пользуюсь, я его ни разу не включала, потому что не умею пользоваться. Вот. Самое интересное в этой комнате — это зеркало. Зеркало выглядит вот так вот. Его снимут в ближайшее время, но мне оно очень нравится. Оно очень топовое, оно освещает всю мою комнату и вообще очень круто. Вот, оно почти напротив кровати, поэтому все норм. Все нормально, все под контролем. Вот. Тут у меня получается, короче, вот такая комната. Если смотреть... А вот еще, кстати, моя картина сама рисовала, да. Вот, короче, если смотреть вот так вот мою комнату, то она выглядит вот так. Она очень прикольная, мне очень нравится, как я ее устроила. Тут мой цветок, который имя вы напишите в комментариях. В общем-то, вот такая вот у меня комнатка. Короче, такая вот у меня комната крутая. Напишите в комментариях от 1 до 10, как вам вообще рум-тур, как моя комната, понравилась ли вообще вам такой формат видео. Мне просто очень интересно будет почитать. Вот, вот эту вот цветку в комментариях вы тоже напишите, как его назвать. Да. Вот, а с вами была ваша Полина Скотч. Ставим лайки, подписываемся на канал и ставим колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового видео. И всем пока! А с вами прощается моя собачка Винюша, с которой мы живем в моей комнате. Всем пока! Не забудь поставить лайк. Ой, ребята... Так наряжалась к вам, что я уже спасела, блин. Это же так жарко. Я специально, чтобы выглядеть красиво в кадре, я оделась красиво. Кстати, я покрасила корни. Очень важная информация.